В Миколаєві немає програми, яка б визначила, що тролейбусна лінія буде прокладена до корабельного району, сказав заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. У нас метод планування бюджету, да, програмна цільовий. Для того, щоб пустити тролейбус в корабельний район, хоча б треба написати програму конкретно цільову, що така-то лінія буде оттуда ходити, де, там, до, ну, допустим, до заводу «Океан», або там, де, навіть не завод «Океан», там зараз більш актуально, це наша там Балабанов. Потому что это привезение на городу, территория там. Для этого надо программу, рассчитать, сколько надо денег, какие средства надо на проект, заказать проект. Этого, к сожалению, на сегодняшний день нет. Хоча певні кроки в цьому напрямку були зроблені ще екс-мером Олександром Сінкевичем. То, что начал Олександр Федорович, это так, знаете, позлить народ там просто-напросто. Да, поставили столбы вдоль Широкобальского полигона. Прошу прощения, перегона, да. Да куда будут ходить тролейбусы? До кольца, до Жуковского. Решит эту проблему жителей корабельного района? Никак не решит. Поэтому оно и неплохо, да, что уже есть, допустим, какая-то основа, что можно прокладывать тролейбусную линию. Но необходимо программно, целевым методом разработать программу. Без відповідної міської програми далі ситуація не зрушить з місця, переконаний Юрій Степанець. Определить, какое количество денег нам надо, чтобы депутаты за нее проголосовали, ее приняли. И мы там, допустим, постепенно, там, ежегодно выделяя определенные средства денег с бюджета, согласно этой программе, там, проводили бы линию, ставили бы подстанции. Это же не так просто. Это подстанции, это столбы, это кабеля там, и так далее, и тому подобное. Насколько я помню, еще при «Чайке», по-моему, просчитывали примерную стоимость. По-моему, она была 28 миллионов евро. Ганна Званицька, Олег Хусаїнов, МСН.